узнать географию страны и ощутить воочию, как широка страна моя родная, помог великий вождь, защитник всех народов, товарищ Сталин. В самом конце 43-го года все калмыки до единого были обвинены в пособничестве фашистам и объявлены неблагонадежными. В связи с этим Верховный Совет Коммунистической партии Советского Союза издал указ о ликвидации Калмыцкой республики и переселении всех калмыков в северные районы страны. В НКВД спецоперации по депортации калмыков получила лаконичное название – «Улусы». Она была отлично подготовлена, ибо только при четкой организации дела можно было за несколько часов поднять на ноги, доставить до станции и распределить по вагонам почти 100 тысяч человек. Операция тщательно готовилась. Как видите на этой карте, для безошибочной ориентации дома, где проживали калмыки, закрашены темным цветом. А на этой схеме расстояния между домами даже расписаны по шагам. В НКВД отлично знали свое дело. Три недели назад не стало моей мамы. А мама была в нашей семье последним живым свидетелем того трагического дня, 28 декабря 1943 года. Вы сидите дома, у вас дочь 16 лет, вот представьте. Вы ее оставили с бабушкой, а сами уехали в деревню. И вот сидит это под Новый год, да, 28 декабря. И вдруг их берут, хватают в какой-то грузовик, везут на вокзал и сажают в вагон для скота. Вот с такими щелями. Для скота, где нет ничего. Где нет никакого туалета, душа и так далее. Вообще нет ничего. И вот мама рассказывала, что когда они поехали, и женщины плакали от того, что они хотели, ну, элементарно сходить в туалет, а туалета не было. И был мороз декабрьский. И что делать? И вот кто-то из мужчин догадался вот эту дырку сделать в полу, да, и это был туалет. Но это был 40-градусный мороз и несколько недель в пути. И поэтому, когда люди погибали уже по дороге, это вот сейчас ты думаешь, вообще как можно было живым вообще доехать. Вот получается, что был какой-то вот прям естественный отбор, только самые сильные смогли доехать. И вот сейчас молодые люди иногда встречаются, в Калмыкии-то знают, а не в Калмыкии не знают. И я хочу, чтобы посмотрели этот фильм. Ну, не знаю, фильм о фильме, наверное, это больше такие мои какие-то эмоции после потери мамы. Мне что-то хочется, еще 49 дней не прошло, и мне хочется что-то сделать для нее. И это такой маленький обелиск, маленький памятник. Не только маме, но и всем другим, папе, и всем другим старикам, которые прошли через этот ад. Пожалуйста, не забывайте. Это была моя идея и папина мечта. Всю жизнь он мечтал вернуться в Сибирь, там, где они были в депортации, в село, где похоронил свою мать. И у него был какой-то вот невыполненный сыновий долг вернуться, найти могилу своей матери. Он очень надеялся, что мы найдем это место, что мы установим там памятник, что мы потом будем приезжать туда, ухаживать за могилой. И я в какой-то момент я поняла, что нужно это сделать, пока мои родители более-менее здоровы. Им было тогда лет по 70, чуть-чуть за 70. И я их повезла туда. Я очень горжусь тем, что я смогла свозить моих родителей больше, чем через 50 лет, через полвека. Думаю, что это одна из вещей, которым я могу гордиться в своей жизни. Смешные случаи были, когда папа только видел кого-то, он тут же, я не знаю, где он это находил, тут же появлялась закуска, бутылка водки, он куда-то уже сбегал, он уже где-то накрыл уже на какой-то скамейке, я сказала, все, стоп, мы не снимаем, потому что, ну, там уже начинались такие застолья на ходу,
И вообще моя съемочная группа говорила, твой отец, он какой-то вот добытчик. Он, не знаем, откуда он это все берет, но почему-то ему хотелось всех угостить, всех поприветствовать, что-то рассказать. Мои, кстати, коллеги, они все время удивлялись. Мама твоя всегда хорошо выглядела. И она успевала еще грибы собирать. То есть она говорит, мы же всегда жили там вот тем, что мы найдем. Из травок чай какой-то заваривали, грибы очень любили собирать. И вот куда ни пойдем, она везде находилась. Эти грибы. Очень хорошие грибы такие. Мы потом все ходили грибы эти собирать. И какое-то у нас прям даже занятие такое приятное было, собирать грибы после съемок. Могилу бабушки мы так и не нашли. Отец отказывался верить, что это невозможно сделать. Мы ходили пешком по каким-то полям, не знаю, там, старым кладбищем. Но, как говорили местные жители, все эти захоронения уже были после 60-х годов. А то, что было в 40-е годы, просто заросло травой, деревьями, березами. И один человек, очень старый человек, сказал, а вы ходите здесь к костям. Здесь везде калмыки похоронены, их просто вот так закапывали. И это вот большая братская могила, вы просто ходите по ним. И когда вот это ощущаешь, да, что вот ты идешь, а здесь вот такое горе, вот здесь все устлано телами твоих земляков. И папа все равно не хотел верить, он говорил, что я оставил 3 колеса. На этом месте. Я их обязательно найду. 3 железных, тяжелых колеса. Ну, я говорю, кому-то пригодились, может быть, эти колеса. Ну, пап, нету здесь уже этого места. И он отказывался верить. Мы очень долго ходили. И вот когда отец наконец-то понял, что действительно мы не найдем могилу его матери, из-за этого мы, в принципе, туда приехали. Он тогда решил, вот, нашел какую-то железку все равно, и вот сказал, давай здесь зажжем лампады, и знай, что где-то здесь твоя бабушка. Я очень надеялась на то, что когда я приеду в Сибирь, я буду ходить по краеведческим музеям на местах, и я обязательно что-нибудь найду. Фотографии, документы, какие-то воспоминания. И вот мы приехали в город Назарово Красноярского края, и первое, куда я пошла, это музей. Я ходила по этим музеям, и, увы, стенды начинались, значит, наши земляки, герои Великой Отечественной войны, и следующий стенд – наши земляки, герои, афганцы. А я спрашиваю, а где же период с 43-го по 58-й? Здесь же столько было спецпереселенцев, столько было ссыльных. Где вот эти все документы? И вот женщины очень добрые, кстати, очень приветливые. Они в этот момент приглашали на чай поговорить о чем-нибудь другом. И как-то очень тактично мне говорили, что никаких документов у них нет. Очень тяжело было вот в таких условиях. И единственное, на чем основан этот фильм, наверное, на живых воспоминаниях людей, свидетелей того времени. И я поэтому пыталась говорить с каждым, буквально с каждым, кто встречался нам на пути. Не вошли некоторые кадры в этот фильм. Я долго думала, включать вот некоторые интервью или не включать. Для меня они тогда показались очень жестокие. И я посчитала, что я не буду их вот включать в фильм, потому что для меня это было очень как-то больно, и я не хотела расстраивать родителей. А сейчас, когда их нет, папы нет, уже 9 лет назад он ушел, и мама вот недавно, я хочу рассказать. Ну, во-первых, ну, хотя бы 2 эпизода, которые не вошли в фильм. Один пожилой человек, а когда все узнали, что я приехала, там вот просто все потом приходили к нам в гостиницу, потом, когда мы ездили по деревням, они прям все подходили и хотели, каждый хотел рассказать свою историю, связанную с калмыками. И вдруг подходит один пожилой человек и говорит, ой, вы знаете, мой дед был бродобреем в деревне, и к нему почти вся деревня ходила там, значит, бриться, там что-то стричься. И пришел один раз какой-то мужик и говорит,
Ты знаешь, сегодня хоронил своего родственника, поехал в морг. А там калмыки штабелями лежат, вот так штабелями лежат. Я, говорит, взял плетку и начал их стегать. И дед его спрашивает, а зачем ты их бил? Они же уже мертвые. А он, как зачем? Это же враги народа. Вы представляете, какая была сильная сталинская пропаганда? Если уже мертвых людей в морге хлестали плеткой. Это как надо было вообще человеку внушить в газете «Правда» написать? Что надо было в газете «Правда» написать, чтобы вот стариков умерших, детей, женщин, которые не смогли выдержать эту дорогу, этот мороз, еще и хлестать плеткой? Я тогда посчитала, что это очень жестокий эпизод, и отказалась ставить его, хотя долго пересматривала туда-сюда. Сейчас я думаю, что люди должны об этом знать и помнить, что вот так вот бывает. Так бывает. А второй эпизод, он касается вот меня. Значит, одна женщина тоже подошла ко мне, говорит, о, я же тебя смотрю по телевизору каждый день почти. Я же вот очень люблю смотреть программу. Ну, программу «Время» я вела. И вот подходит и говорит, как ты похожа на своего отца. Я все время тебя, когда видела, думала, вот на Мишку похоже, и фамилия та же. И все хотела тебе письмо написать, рассказать, что я вот твоего отца знаю. Я говорю, а чего ж вы не написали? Почему не написали? Я была бы очень рада получить от вас письмо. И папе бы показала. А она говорит, ну я что-то засомневалась, потому что, ну как же дочь врага народа может вести главную программу на центральном телевидении. А почему нет? А почему нет? Добрый вечер. В эфире информационная программа «Время» с итогом основных событий дня. Сначала коротко о главном. Кстати, еще хочу сказать, что вот я в РЖД работала несколько лет, потом вот была пресс-секретарем президента компании, и мы для ветеранов делали разные вот на праздники вечера. И вот мне один ветеран, железнодорожник, когда узнал, что я из Калмыкии, когда я рассказала вот эту историю про родителей, он сказал, видел твой фильм, и он сказал, что я работал тогда, и была война, 43-й год, в разгаре, Великая Отечественная война. И что происходит? Нам нужны вагоны, поезда, локомотивы. Нам нужно отправлять на фронт боеприпасы, продовольствие. И вдруг по распоряжению НКВД 46, только для калмыков, 46 поездов снимают и отправляют на юг. Во время Великой Отечественной войны. Я вот, когда мне рассказывают, что вот все было для фронта, для победы, я говорю, не все было для фронта. Эти 46 поездов, ну, некоторые говорят, что больше, ну вот около больше 40 поездов только для калмыков, чтобы их вывести вот в районы Крайнего Севера и Сибири. Причем у НКВД был какой-то черный юмор. Калмыков на Новый год, под Новый год, да, отправили, чеченцев, ингушей на 23 февраля. Балкарцев на 8 марта, крымских татар на майские дни. То есть какой-то черный юмор в праздничные дни. Вот люди получали такой подарок. Думаю, что мало кто расскажет у нас в стране о тех событиях. Да и в учебниках у нас в советских не было об этом ничего. Да и сейчас, по-моему, особо нет. Уже постпродакшн наступил, и мне нужно было, уже был склеен фильм. Я описывала ситуацию, когда мама почти через 14 лет наконец-то узнала, где ее мама. То есть они вот были в разлуке столько лет, и мама ее не узнала. И вот когда мне нужно было этот эпизод озвучить, у меня вот так комок в горле, и я говорила, стоп, выходила в коридор, ходила.
туда-сюда, думала, ну как же так у меня, вот как бы я свою дочь, неужели бы я Алтану мою не узнала? Мне казалось, что бы через 20 лет я узнаю в любом виде Алтану. А потом, когда увидела фотографии, вот мы склеили, и там мама стояла совсем такая 16-летняя маленькая худенькая девочка. И потом уже через 15 лет уже мать троих детей, 30-летняя практически женщина замужняя, совершенно по-другому выглядит. Конечно, мама ее не узнала. Мне было тяжело вот это озвучить. Я вела прямые эфиры. Я считаю, что я достаточно так собранный человек, когда дело касается работы. И вдруг идет озвучание последних кадров, когда нужно было сказать фразу. Когда возвращались калмыки, я уже дословно не помню, но поезд сделал остановку на границе с Калмыкией. И вот в этот момент у меня вот этот комок опять в горле, я не могу это произнести, опять мне уже режиссер говорит, ты давай соберись как-то. Я думаю, как же я все-таки произнесла эту фразу? Как-то получилось. 13 лет ссылки научили калмыков быть сильными. Они почти отучили их от сентиментов. Но когда за час до прибытия в калмыцкую столицу поезд сделал остановку на границе с республикой, калмыки выбегали из вагонов и целовали родную землю. А когда вернулись, это вообще другая история. О том, как вернулись калмыки, вообще песок здесь, жара, ничего нет. Об этом надо вообще отдельный фильм снимать, как они выживали после возвращения. Мама моя родом из Элисты. Ее дом до сих пор стоит в Элисте. Но, вернувшись, естественно, она побежала с тремя детьми. Надо было где-то жить. Прибежала в родной дом. А там живут уже другие люди. Почти 15 лет. И мама ушла. Я говорю, а почему ты там не попросилась хоть в угол? Она говорит, ну как же? У них же свои дети. У них же своя семья. А с другой стороны, еще одна семья жила. Другое время. Ну ничего, мы с отцом построились там рядом. Мы сами новый дом для вас построили. Ну выжили же как-то. Ну я потом им еще построила дом поновее, но они все равно старые любили больше. Главный завет, который мама передала мне, я считаю, что наши старики показали нам, что нельзя передавать ненависть по наследству. Нельзя передавать злобу по наследству. Мне мама вместо злобы и ненависти передала, наверное, вот как можно быть стойким, сильным и как можно преодолевать все возможные и невозможные препятствия в жизни. Вот наши старики нам передали это. И это большое наше богатство. Смысл жизни мы часто ищем где-то вот в непонятных местах. А я поняла, вот когда мама не стала, я поняла, что смысл жизни – это в самой жизни. В самой жизни. Это надо растить детей, внуков, созидать и создавать. Вот это смысл нашей жизни. Пока мы живем, мы должны что-то создать. И когда я сейчас была в Хуруле, в Калмыцком, как раз приехали монахи, которые строили мандалу. И вообще мандала имеет такой глубокий философский смысл. Монахи по крупицам создают картину, очень красивую картину, причем из минералов, самых хороших, красивых, дорогих. И вот очень красивыми узорами создается мандала. И смысл этой мандалы в том, что как бы мы в своей жизни по песчинкам не раскрашивали свою жизнь, что бы мы туда не добавляли, как бы не разрисовывали, какие бы краски не добавляли, в жизни может случиться что-то, что может в один день изменить все. Поэтому мандалу разрушают. Всю эту красоту в один день освещают и разрушают. Но надо быть готовым всегда к непостоянству нашего мира и быть готовым всегда построить себе новую мандалу, новую жизнь.